честно, игра очень классная, поэтому... Поэтому мы ее продолжаем проходить. Да, всем, ребят, здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Tomb Raider 2013 года. Вот, там много частей, очень много частей, но я, собственно, прохожу именно эту, потому что, не знаю, мне казалось, она такая более мейнстримная, да, вот эта вся тема мейнстрим, что. Ну, просто более понравилось все, поэтому вот так вот. Поэтому продолжаем проходить, да. У Саши поудобнее взять пледик обязательно, поэтому пить это лучше, чаепитик в пить или питья воды при одном просмотре. А мы, собственно, начинаем. А, мы в прошлой серии же остановились, да, видели кого-то этого, тишо. Демон, не демон, а кто это там был, блядь? Какой-то мужик жесткий, да. Вот, мне это не очень понравилось. Было очень-очень страшно. Там вверху, в правом левом углах ссылочка, подсказочка, точнее, на этот, на прошлую серию. Вообще, в принципе, плодить, посмотреть обязательно. Вот! Очень интересно, реально очень интересная игра. Так, а у нас с вами без дробовик, ёпта, есть, точно. А ну мы его прокачали вроде, да? Опа, нахуй, дедган, блять. Ну, блять, что нахуй? Готовы, суки? Так, куда нам с тобой, собственно, идти? С этим справится дробовик. Mm-hmm. Давно вот уже не заходил, не играл, блядь. Опа, патрончики сразу залутали. Блядь, держись, мать. Держись, все хорошо. Давай. Опа, ну. Давай, аккуратненько. О, блядь. Давай, баши. Опа, нахуй. Видел, как Олег разобралось все. Не могу открыть. Оставь. Тут надо выживать. Глядись, она здесь. Эй, женщина, не стреляй. Давай дружить. За это вторжение хранители всех убьют. Кто такие хранители? Что им нужно? Так, убейте. Вообще, ты чё, блядь, вообще совсем? Я бегал на кофе, блядь. Давай, долбоёб. Нахуй. Еблан, блядь. Каким вообще похером дробовик? Что это, блядь? Почему им так похер вообще на дробаш-то, блядь? Да. Давай дружить, нахуй, блядь, твоя дружба вся нахуй. Слышь, выход был прямо под ними. Я в курсе, мать. Ты вообще не в курсе? Я в курсе. На что я знаю? Ты мне сказал только что. Понял. Что мне нужно? Mm-hmm.
Выход был прямо под ними. А, ёпта. Подожди, может я хуйней страдаю, блядь, скорее всего. Ой, блядь! Правда, нахуй? На, ебать, добивание, блядь. Ёба, блядь. Тебе конец! Конец тебе! Тебе конец! Вырезай, нахуй. Так, Она? Даже не пойму, что надо делать, блядь. Может, по одному окну за раз? Может, по одному окну за раз? Да, по одному окну за раз надо. Thank you.
Давай нахуй. Подойдет. Погнали, теперь надо всех твоих, понял? Давай, теперь все открываем и погнали. Let's go, man. Супергерой нахуй наш, давай! Супергерой, блядь, наш, давай! Жестко нахуй, жестко, очень жестко. Там было? Сэмми? Сэмми! Огненный обряд. Как в гробнице Пиника. Брок, ты на связи? Направляюсь ко дворцу. Всех остальных тоже держат там. Я тебя догоню, и мы войдем туда вместе. Рано я решила, что хуже уже быть не может. Согласен. Кого я видела там, в монастыре, они были одеты, как штормовые стражи, и издавали звуки, нечеловеческие звуки. Черт, ты только послушай себя, Лара. Говоришь, как отец. Похоже, это представители какой-то затерянной цивилизации. Так, теперь я точно как отец. Итак, известно, что они убили тех людей. И я не сомневаюсь, без колебаний убили бы и меня. Но... сейчас не время об этом думать. Сэмми в беде, и я должна ее спасти. Она надеется на меня.
интересно. Интересно. Интересно, интересно. Бля, ну здесь вообще хуй, да, что нам будет? Понятно, дробаш, хотя очень интересный, но дробаш очень интересный. 350, блядь. Пес у нас вроде прокачан, да, максимально. Почти в эту хуйню, блядь. Я не хочу, вот ударник. Ну давай сохраним, ладно. Окей. Давай сохранить сразу на его нахуй. Так, ну чё, let's go. Теперь она может ледорубом драться, понял? Ох, ебать. Понял? Теперь ледорубом можем драться. Ну, блядь, может, залезешь? Так, это нам очень нужно, чем было. Ну, я же не просто так туда, да, давить, правильно? Блять, я забыл. Все, вот я хотел ускорить, понял? Что зачем нам туда сюда идти? А теперь дай мне уже спокойно прийти. Он примерно то же самое, да, я правильно понимаю? А там свет. Ебать просто. Не, ну ты видел? Внимательно все осматривать. О боже, пронесло. Ты здесь? Я здесь, Сэмми. Как ты? Что им нужно, Лара? Огненный обряд. Что за чушь? Послушай, я иду за тобой. Я вытащу тебя оттуда. Пожалуйста, помоги мне, Лара. Обещаю. Я обещаю, Сэмми. Эй, она все вопрошает. Да, ну это же, конечно, логично, да, вот так вот, бля, просто стоять, кричать. Господи.
Подожди, а там может быть... Вон, да видишь, там нихуя не было. Максимально, да? Что это было? Не знаю. Еще один обломок? Работайте. Я выясню. Стоп ты! Не дай ему выйти! Ну ты видел, если... Будьте начеку, мы проверим. Эй, тут что-то не так. Что это? Попробую так теперь. Может, там не зря дали вот эту тему. Блять, нахуй ты бросил. Ну, как-то так. Никак.
общем, я-то увернулся. Я-то увернулся! Что тут скоростные, блядь, эти, блядь? Что это такое, нахуй? Чем-то умно одето, в грязи, то, блядь, теперь на парашюте, блядь. Чисто, блядь, гонзы, нахуй. Типа гонки, что ли, или что, блядь? Уворачивайся, понимаешь, нужно уворачиваться. Помогите! Пиздец, это жестко, нахуй. Аккуратно, аккуратно. Пойти, да? Ну, я понял, все. Аккуратнее. На борту должна быть аптечка. Абсолютно ничего. Нужно искать дальше. Ладно, посмотрим у вертолета. Запах. Нет, старика. Я не знаю, о чем вы. Не знаю. Сережка, я знаю, вы лежали вместе. Пожалуйста. Сын, но далеко не уйдет. А что с остальными? Мы заперли их. Я не понимаю, почему отец молодец оставил их живых? Из-за девчонки. Они пытались ее спасти. Матиас собирается шантажировать ими девчонку. Ну, наконец-то. Надеюсь, это она. Мы так долго ждали. Скоро все узнаем. Церемония пройдет на закате. Yeah.
не понял. Нам вообще похуй или что, блять? Блять, понятно. Что за черт? Он умер? Представляешь? Такое, блядь. Блядь. Так и думал, блядь. Больно. Я понимаю, понимаю. Давай заберемся туда. Понятно, не дает, да? Как больно. Видели одну пулю, он нихуя не попал, я дать одну пулю. Не особо там, ну так, как я, знаете, как я второго, блядь, вот это делают. Там специальные веревки специально есть. Да уж, интересно. Жестко, конечно, все жестко. Черт. Прости. Ну ты серьезно? Серьезно что ли? Это чё, блядь? Это пиздец же. Бля, ебать ты жестко. Теперь мы можем эти кидать, что ли, огненные, да? Че не огненные кидать, стрелять, точнее, стрелять стрелами. Огненными, не огненными там. Ну все, ёпта, видишь, залечилась, ёпта, видишь, сразу залечилась, ёбану, блядь. Да, обсуждаем.
Один для выбора. Рот, ты меня слышишь? Рот! Лара, как ты? В порядке. Судя по голосу, нет. Я в порядке, Рот. Где ты, девочка? Среди каких-то развалюх возле укрепленного дворца. Я все еще спускаюсь. Как ты так быстро добралась? Долго рассказывать. Отсюда я вижу город. Ты возле тех больших ворот? Подхожу к ним. Это девчонка! Проклятие! Вот там! Гляньте! Все, пизда. Ты понимаешь, что мне нужно будет? Тварь ёбаная. Да как мне, ёбаная? Как мне? Свен. Пиздец. Просто нет этого. Блядь, дай мне нахуй. Отсосали, долбоебы. Блять, вот пиздец. Даже без лука, понимаешь? Ну как, с луком, конечно, да? Бля. А ну-ка. Зачем это делал? Там инструмент. Да, ну сейчас как это нужно делать. Просто что, я хочу просто проверить, что он мне даст. Ну, все, не болит в плане лута. Стой, бля, ебаный. Сука, не понимаю.
Хорошо, может здесь что-то есть, не знаю. Блять, столько лута должно быть, по идее. В Японии эпохи Эдо у традиционной мужской одежды не было карманов. Личные вещи носили в маленьких коробочках, инро. Эдакий древний бумажник. Нас тут братвы теперь уже больше сотни. Ну и дело идет, вон дворец древний расчищаем, стройку под горой замутили. Здесь от японцев грузоподъемники какие-то остались. Мы их починили, они сейчас работают, нормально, чё. Мать изгонит, типа это все в честь императрицы Солнца, там на вроде египетских пирамид. Ну ясный пень, он просто тянет время. А вот эта суета вся эта, она для отвода глаз, братьям мозг, чтоб запудрить. Обряды, бури, мокруха, это все туфта. Они возбухнут против него. Вот не сегодня они возбухнут, значит завтра. А вот когда они возбухнут, тут рулить буду я. У Брас отличная организация, у них есть правила и цель. Матиас, наверное, об этом и позаботился. Но в целом их культ, как и большинство других, коллективное помешательство. Бля, здесь столько всего. Винтовка, ёпта, всё нахуй. Сюда его. Бля, здесь столько всякого лута должно быть, ёбаный рот. Я, сука, не пропущу ни один угол, нахуй. Ожидаем такое. Для чего нам это? А, ну, все что? Нет, в том плане все ли... В том плане, что только для деталей или что? Чтобы понять смысл этого. Значит, мы пришли, окей. Так, хорошо. Кажется, я просто все собираю. Хожу. Эй, ничего, почему? Кажется, все осматриваем с вами. Что да как?
люди, столько, смотри, сколько всего, ёбаный. Нам не просто так дают золотат, потому что сейчас, скорее всего, босс будет. Мне так кажется. Поэтому я хочу каждый уголок пройти здесь. Абсолютно собрать все, что здесь только есть. Да. Пока нет, ничего такого нет. Бойфомы собрались. Там скажи что-нибудь есть. Должно быть, это династия Юань. Может, это с пропавшего флота Кубла-хана? А, нет, это подделка. Сделано в Китае. Что, туда сгоняем? Посмотрим. Сейчас здесь-то соберу остальное, все, что осталось. Здесь много везде всего. Здесь, я говорю, нам не просто так дают золота. Скорее, сейчас либо босс будет, что, скорее всего, то, что очень много всего. То есть, смотри, сколько, блядь, этих дают. И деталей, и всего, и патронов. То есть, много чего. Подошел, что мне стрелять? Хуй, непонятно, ну ладно. Так, я понял, что туда лучше не заходить, да? Это, так понимаю, продолжение, да? Хорошо, погнали туда. Погнали тогда вон туда. С тобой сгоняем, потому что я рот ебал. Что вообще сейчас было? Так, у нас максимально все есть, да? Так. На, есть смысл дать? Мне кажется. Ну да, попробуем. Ну что, как-то скатились. А, ну, с самого начала мы скатились, да? Получается. Так, получается, с самого начала. Блять, а как? Чего нахуй? А почему в самом начале? Мы же можем паркурить точно. Опа, там лагерь, слышь. Очень полезная тема. Я же видел, что-то есть. Много везде все. О, вон еще лежит. Здесь дохуя всего. Вон еще лежит. Еба. Это только то, что я вижу, понимаешь? А здесь всяких много секретных мест и тому подобное. То есть прям дают, видите, разгуляться здесь.
Прям очень хорошо будет разгуляться. Ну там что ты? Ну, наверное, туда сначала сгоняем. Люди что-то есть. Где вообще, блядь? А, в самом начале, да? Здесь что-то не храняли, значит. Мне так кажется. Значит, что-то они здесь охраняют. Ну что же, вот здесь ребятки охраняются. Вкусняшки всякие. Проход. Это что? Не то. Бля, здесь можно в вечность ходить, реально собирать весь лут, который только есть. Все, ну погнали туда, ладно, выгоняем. Вот что заметил. Можно реально в вечность ходить просто и. Так. И все это дело вот тут что-то собирает, не собирает. То есть максимально лута собирает. Ну, патроны нам дают, да, для того, чтобы просто так. Бля, здесь реально очень большая локация, типа. Сверхбольшая локация, и как бы. Очень интересно. Знаешь, смотри, здесь они что-то охраняли, значит. Интересно, что вот здесь ноль нахуй. Ну в том плане каких-то коробочек, ничего не коробочек. Что нам сюда нужно? Ой, батя, куда мы забрались с тобой? Куда-то забрели, слышь? Как бы странная тема. Обычно инро делали из дерева и покрывали лаком, но тут латунь. Вероятно, 19 век. Внутри все насквозь пропахло табаком. Возможно, это был такой древний инро-портсигар. Возможно. Все, все, что вы охраняли здесь? Ладно, что, давай здесь слутаем, послушаем и, думаю, заканчиваем серию на этом. Статуэтка династии Мин. Похоже, подлинная. Давай мы с тобой на этом закончим. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно, мне приятно, это реально ваша поддержка мне. Спасибо огромное за то, кто это делает. Телеграм-канал на ваших экранах. Инсайдики есть, да, пару моей жизни о контенте, который будет на канале, и просто уведомления видео, чтобы вам было удобнее узнать, когда вышло видео. Спасибо еще раз за просмотр, увидимся в следующих сериях. Давайте.